Ходят легенды, что если вы нажмете на этот колокольчик, то вам начнут давать бабы 24 на 7. А если не нажмешь, так и умрешь девственником, лох, поэтому давай жми быстрее, плиз. Я думаю, ни для кого не секрет то, что EA Sports в этом году добавили аж 10 новых легенд, вроде 10, я не ошибаюсь, и одной из них был легендарный Пол Сколс. Обожаю этого парня, я наблюдал за его матчами, я думаю, многие помнят его лонгшоты. Вот такой вот составчик я под него набросал, обычная АПЛ-ка, ничего интересного, в принципе, это не важно. Важно то, как этот парень будет чувствовать себя на поле. И да, пацаны, мы будем играть в отборах Foot Champions. Здесь соперники более-менее сильные. Ну, если там сравнивать с тем же 9-м дивизионом, где я сейчас нахожусь. Итак, пацаны, первый соперник. Первый соперник, это у нас какой-то гибрид получается. ББВА, Лига 1 и АПЛ-ка. Ой-ой-ой, Пантелеймонище, блин, что это было? Хуя он играет, нихуя он играет, блядь, пиздец. Такой киберспортсмен мне попался с первых же, в первом же матче, с первых же минут. Он прям давит меня очень жестко, пацаны. Да, я не могу пока ничего сделать. Пол Сколс вообще забейте, просто забейте. Я пока его даже не вижу на поле. Я вижу только, как мой соперник вообще не дает мне дышать. Что это такое? Что за урод попался? Бля, это невозможно просто. Я таких соперников, блядь, давно не встречал. 10-я минута. Вообще ничего не получается мне сделать. Ладно, давайте попробуем играть как киберспортсмены. Там быстрая перепасовочка, вся хуйня, ложные замахи. И просто вот так вот сделаем. Заброс на Хантера. Вон, Пол Сколс, я вижу, он бежит. Он хочет мяч. Он хочет ударить. Нет, ударить не получилось. Бля, я ненавижу таких соперников. Просто, блядь, ненавижу. Блядь, идите нахуй. Просто идите нахуй, ну серьезно. Как можно так играть? Пол Сколс, есть возможность, ладно. Хорошо, пока ничего не будем говорить. Пока атака не закончилась. Сюда. Пол Сколс. И удар. На нахуй гол! Пол Сколс! Вот оно, вот его лонгшоты. По сути, первый мой удар. Первый мой удар Полом Сколсом. И сразу же гол. Вот то, что я, собственно, ждал от этого рыжего парня. Манданда просто в ахерах, наверное. Это первая атака, я отскакиваю. Я как бы это подтверждаю. Соперник просто кибератлет какой-то, но... Гол есть гол. Так, ну и вот, собственно, пошли снова эти ебаные тики-таки. Ну это просто жесть, как он играет. Ну он просто, ну, киберспортсмен. Тут у меня других комментариев нет. Пол Сколс. А у меня есть Пол Сколс. У тебя нет Пол Сколса, поэтому ты не можешь так играть. А я здесь сделаю вот так вот. И сейчас будет еще один гол, да? Это Алекс Хантер. Это Алекс Хантер, который мог сейчас вторым ударом забивать еще один гол. Но это не рабочая три звезды. Нахуй этого бича поставил. Он продолжает катать. Отобрать мяч невозможно, когда ты знаешь, как что делать. Здесь можно прострелить, кстати. Блять, давай, Марсиаль, толкай. Ну, давай. Моменты у меня появляются. Так, Сколс, еще один удар. Стелится, боится ударов Пол Сколса. Естественно, стоит бояться. Ну-ка, Пол Сколс, еще один удар. Пол Сколс, пацаны, вот это лонгшоты. 2-0. Охренеть, Пол Сколс. Второй гол, второй лонгшот. Ну это просто ГГ. Я просто вахер, я просто бью гол. Я просто сочувствую моему сопернику. Не повезло моим соперникам, потому что Пол Сколс это просто машина какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это может быть очень грустно, пацаны. Это очень грустно, где защита? Ни одного защитника нету. Что за бред? Что за идиотизм? Все хорошо. Пантелеймон тащит. Пантелеймон красавчик. Я просто охерел. Почему? Я, конечно, понимаю, угловой там все бегут, но хотя бы один защитник должен был-то остаться. Так, ну он продолжает крутить, вертеть меня тут, и все-таки сказывается его хорошие эти перепасовочки. Давай один. Да, блядь, нет. Провалы в защите. Вильямс, хорош Моррена. Ты, конечно, в реальной жизни так не играешь, но хорошо. Не, соперник очень жестко контролит мяч. Ну это прям, ну это просто, блядь, настолько жесткий контроль, насколько вообще возможен. Таких, блядь, контрольщиков мне давно, блядь, не встречалось. И это... Нет, это не гол. Я думал, Балотелли сейчас попадет. Очень-очень жестко контролирует мяч. Так, на самом деле, назад давать мячи — это такое себе мероприятие. Я думаю, кто смотрел мой видос с драфтом, тот знает, что лучше так не делать. Так, Стерлинг здесь на скорости, конечно, всех обгонит. И тут, блядь, меня какой-то бомж, блядь, ебаный отталкивает. Хантер, Алекс! Хантер! Ну, блядь, ну Хантер! Ну, чё тебе так не везет-то сегодня? Он меня столько голов клепал охуительных. А в этом матче прям, ну, вообще ничего сделать не может. Решфорд. Вниз. Да что за паз? Блядский школьник. Что такое? Охуенно.
Как меня эта хуйня, пацаны, заебала, вы просто не представляете. Игроки ломаются каждый блядский матч. Иду сломался полсколс, блядь. Заебись. Победа, в принципе, там осталось совсем немного, поэтому мы выиграли. Возможно, отскочили, не знаю. Лучший игрок матча у меня, ну, это, естественно, полсколс. И 2 ассиста, кстати, Стерлинг дал. Йоу, пацаны, рекламная пауза. Хочу вам напомнить, что по ссылке в описании вы можете получить 200 бесплатных FIFA поинтов на первое открытие паков на сайте foodpack.ru. И фишка сайта в том, что помимо вывода монет, вы, собственно, можете вывести и рубли. Также разрабы обещают скоро добавить новые паки на сайт. А пока что давайте пару паков откроем по 100 тысяч, допустим. Давайте, вот просто мне захотелось открыть 2 пака. Посмотрим, что же мне выпадет. Xbox One, 8 тысяч FIFA поинтов. И давайте посмотрим... Понятно. Маскирана 85, и я этот пак купил. 144 тысячи, в принципе, пак за 100к, и у меня есть в плюсе 44 тысячи монет. Откроем еще один пак за 100 тысяч монет. Xbox One, 8 тысяч FIFA поинтов, поехали. Поехали, СТшник. Блять, что это такое? У меня сайт немножко не прогрузился. Но неважно, Адурис и 43 тысячи, да. Второй пак что-то как-то не очень. Давайте откроем пак за 50 тысяч. Давайте за 50 тысяч откроем пак. И голкипер Харт выпадает. И сколько я получу с этого пака? 71 тысяча. Вот здесь вот я ушел в плюс уже. Окей, ладно, я думаю, на этом хватит. Я, в принципе, потратил все свои FIFA points. И, собственно, наверное, выведу сейчас свои мани отсюда. Второй соперник. Это у нас серия А. Что насчет ёбыча? Это было опасно. Так, сколс. Хороший пас должен быть. Лукаку. Лукаку! 1-0. Пас полусколса, прошу отметить. Он был шедеврален. Так, здесь без приколов. Пожалуйста, ну, пожалуйста, ну без приколов же просил. Не люблю приколы. Отстаньте. Сколс. Что насчет удара? Я просто восхищаюсь этим парнем. Это просто 10 из 10. Какие у него удары? Вы просто посмотрите. Удар-гол. С любой позиции нахуй хуярит. Пол Сколс. Я, кажется, нашел легенду своей мечты. Навесик, я думаю, будет идти. Да, это навес, это гол. Нет, это Пантелеймон. Бля, Пантелеймон, как же он тащит. Так, Лукаку. Отлично, шикарно. Пол Сколс 3-0. Ага, Киесаевский заброс. Не-не-не, братан. Эта эпоха уже прошла. Сколс, хороший отбор очередной на Стерлинга. Стерлинг обратно Сколсу. Сколс. Удар! Харт парирует. Ну! Да блин, ну в одно касание я бил! Кохуй он не ударил! Решфорд. На Сколса. Сколс. Можно забивать еще один и Харт. Харт что-то с ума сходит. Полетели. Решфорд можно здесь на пустые выводить. И Лукаку. Просто забейте, Лукаку, до свидания. Это был последний твой матч в моей команде. Блять, какого хера? Какого хера e-sport? Почему так по-уебански считается статистика? Сколс, блять, 2 гола, 1 ассист. Решфорд, 1 ассист. Заебись, давайте дадим ему лучшего игрока матча. Охуенно. Третий соперник на сегодня. Так, снова нам попался какой-то супер-мега перепасовщик, как я понимаю. Не, ну пасы они слишком читерские в этой FIFA сделали. Ну окей, я вас понял. Это вот это нормально вообще? Вот это вот, блять, нормально вообще? Что за говно я только что пропустил? Решфорд на Эмре Джана. Джан должен забивать, но конечно же он, блять, сука, во спину прям хуернет. Почему бы и нет? Охуеть. Я не знаю, что сказать. Это просто, блядь, забей. Марио Балотелли хэт-трик мне оформляет. Я просто ливнул из матча, потому что там было все понятно уже до конца матча и ждать мне не хотелось. Так, ну что, следующий соперник. Это у нас серия А. Довольно-таки сильная серия А. Посмотрите. Ай-яй-яй, вот это провал. Ух, Пантелеймон. Блин, вот этого соперника, конечно, жестко нас давит с первых минут. Полсколс. 1-0. Опять полсколс забивает. 14-я минута. Красавчик. Ебать, какой пас! Какой пас дал полсколс! И, блин, Грей, ты должен был забивать. Эй! Пенальти! Почему иногда цель есть, иногда нет? В чем, блядь, проблема? Может, кто-нибудь шарит? Скажите мне, пожалуйста. Нет. Нет! Ну нет! Ну что за говно мне залетает? Ну что за отстой? Просто полнейший отстой. Так, полсколс. Ну-ка. Сможешь оторваться? Не, оторваться вряд ли. Он сможет. Пойс.
не самый крутой у него. И вот тут позиция просто идеальная, чтобы забить очередной охуительный лонгшотик, пацаны. Так, Сколс, хороший пас на Грея. Грей может забить еще один. 4-1. Все, пацаны, заканчивается матч. Счет 4-1. Сколс получает свой заслуженный мяч. Пацаны, тут промо-набор есть. Давайте я открою один пак, пожалуй. И у нас тут выпадет что? У, кстати, звезда не самая мелкая. Это Сап Эриксон. Кстати, неплохо. Ну что, пацаны, итоговая стата Пола Сколса. 4 матча, 7 голов и 2 ассиста. Я считаю, что это великолепная статистика для этого парня. И у меня тут один вопрос назрел. Знали ли вы Пола Сколса до того, как я записывал этот выпуск? Возможно, кто-то вообще даже понятия не имеет, кто это такой. Так что давайте сделаем соцопрос. Ставьте лайк, если вы знали, кто это такой. И ставьте дизлайк, если вы впервые об этом парне слышали. Узнаем, что, как и куда, во сколько. А если вы не знали, кто это такой и хотите узнать немножко больше про Пола Сколса, собственно, вот статистика этого парня. Можете нажать на паузу и прочитать про него и узнать, собственно, кто он такой и что он из себя представляет. Ну и, собственно, все, пацаны, пора заканчивать. С вами был я, PandaFX. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если да, то поставьте лайк. Ну и, собственно, все. Всем хорошего настроения и хороших дней, выходных, недель. Ну, в общем, хорошей жизни. Всем пока.